Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Realme C25S и покажу вам распаковочку. Состоит из вот такой коробочки. Вот его параметры все, обратите внимание. На 48 мегапикселей, 6000 аккумулятор. Давайте будем открывать. Стоимость данного телефона 13 тысяч рублей. Итак, первое, что мы видим. Hey, welcome. Здесь у нас находится чехол Realme. Так, вот RMX3195. Он получается силиконовый, но более с серым оттенком для отпечатка и для основной камеры. Далее смотрим сам телефон. Давайте достанем сам телефончик. Тут специальная подкладочка белая. Сам телефон с наклейкой идет. Визуально в руке смотрится именно вот так. Отпечаток, камера. Сейчас мы раскроем. Давайте посмотрим, что в комплектации. У нас идет адаптер. В магазине сказали, что скоро уже адаптеры в комплект входить не будут. Будет просто USB-провод. И сам провод на эту же зарядку. Сделано в Китае это провод. Ну и все. Вот из комплектации наушников здесь нет. Только провод, адаптер. И сам непосредственно телефон. Ну что, давайте раскрывать, посмотрим его. Обратите внимание, что на чехле тоже написано Realme, но немножко отсвечивает, а не так уж видно. Вот специально вам показываю со вспышечкой. Немножко, конечно, отпечатки видны, но в принципе ничего страшного. В руке лежит более или менее нормально. В том же кейсе, где хранится чехол, была сама инструкция к телефону Realme, гид, где вы можете прочитать всю дополнительную информацию о данном устройстве. Давайте посмотрим, что в инструкции. В принципе, вы можете нажать паузу и прочитать, но вкратце я вам расскажу то, что мы купили, например, этот телефон сейчас зимой. Вы должны его немножко оставить в комнате, чтобы он пришел в себя. Об этом говорится, что нужно использовать свое устройство, адаптер, потому что если использовать другое зарядное, может привести к возгоранию. А заднюю крышку снять невозможно, об этом тоже указано. Указано, как перезагрузить телефон, как перенести всю информацию со старого телефона. Вот, пожалуйста, читайте. И здесь же еще заодно прописана вся комплектация, которую я вам показала. Спецификации вот всего телефона, уровень, экран. 16,5, 6,5. Здесь же указаны размеры. Мы видим емкость аккумулятора, заявленная 6000. На деле у нас будет 5860. Камера 48 мегапикселей плюс 4 дополнительных. Фронтальная на 8 мегапикселей. Условия использования от 0 до 35. То есть в мороз не рекомендуют использовать его зимой. Как бы лучше держите по себе, либо в сумочке вашей. Также характеристики радиосигналов указаны здесь. Нажимайте на паузу и прочитывайте, кому это интересно. Русский язык вот указан здесь. Есть еще и другие языки. Это одна инструкция получается одним листочком. То есть вот так вот мы ее складываем. И все. Мы, в принципе, прочитали гид по этому телефону Realme. C25S. Пленочки хранится, дополнительная информация указана. И цвет официально заявленный на коробке синий. Хотя, конечно, он дает таким более голубым оттеночком. Он у нас постоял. И, в принципе, можно сейчас еще после магазина проверить. Покупали в МВидео. Оперативная система занимает 4 гига и память на 64 гигабайта. Вот все указанные характеристики. Срок службы почему-то пишет всего лишь 2 года. Имейте это в виду. Дата производства 16 ноября 2021 года. То есть вот ему даже нет еще месяца. Телефон приобретался для любимой свекрови. Я думаю, что ей очень понравится. Для людей старше 50 лет, я думаю, подойдет и будет самое то.
Также есть руководство по эксплуатации, кому интересно, вот здесь можно все прочитать, тоже разные языки присутствуют. Также гарантийный талон здесь присутствует, вот с названием телефона, то есть все в принципе в порядке. Ну вот это дополнительная книжечка, кому интересно, конечно, читайте. Ну вот она здесь вот хранится, где был наш чехол. Здесь же, где хранится чехол, мы переворачиваем и видим, что есть иголочка для открытия телефона, куда вставляется сим-карта и карта памяти. Имейте это в виду, вдруг кто не увидел этого. Вот она находится вот здесь. Если откроем, вот она хранится, мы ее и видим. То есть она такая просто незаметная немножечко. Скрепочка на месте. Ну, это ее кодовое название такое. Когда вот снимаете пленочку, давайте ее уберем с вами в сторону. И здесь рассмотрим, что же здесь все-таки более подробно написано. Высокий уровень надежности. Игровой процессор. Его параметры. Также написано емкость аккумулятора 6000. Быстрая зарядка 18 Вт. Тройная L-камера. Поддержка Android NFC. Что немаловажно в нашем современном мире. Сзади получается вот такой рисуночек. Опять же продублировано Realme. Камера и отпечаток пальца. Здесь же сделано в Китае. Вот указано. И его тоже параметры получаются. Эта пленочка тоже можно снимать. Здесь качелька блокировки. Регулировка громкости. Снизу у нас зарядка. Вход для наушников 3,5. И громкость звука, динамики. Здесь же еще расположены вот микрофоны, две точечки. Сверху у нас ничего нет. Просто для тех, кому было интересно. С другой стороны можно нажать вот сюда, вот на эту точечку иголочкой нашей. И открыть там слот для карты памяти и сим-карты. Снимаем пленочку. Здесь он вот такой получается экран черный. Вот здесь вроде еще наклеено дополнительное стекло. Видите, оно вот так вот выпирает. Вот, но об этом мы просто не знали. Давайте включать телефон. Зажимаем кнопочку. Все сработало. Realme Android показывает. Смотрим, что нам тут покажет при первом включении. Звук тихий, пока стоит. Долго включается, получается. Ага, вот он просит выбрать язык из представленных. Видите, очень много. Итальянский, португальский, румынский, польский, турецкий. Вот наш русский. Нажимаем наш русский. Продолжить. Выбрать регион. У нас Россия. Вниз опускаемся, смотрим. Буква Р. Россия. Ну, вот дает выбрать, видите, много. Молдова, Перу. Вот Россия. Ты прошла Россию. Россия. Следующий. Соглашение я прочитала. Нажимаем галочку. Никто их не читает. Так, смотрим дальше. Я принимаю положение. Помогите улучшить. Необходимо вот это вот, я не знаю. Помощник подключения. Автовыбор лучшей сети. Вот он показывает. Продолжить. Сервисы Google. Тут предлагает разные. Позже зададим. Рекомендованные, обновлять ночью, продолжить. Импорт данных предлагает. И добро пожаловать. То есть идет первое включение Realme. Начало работы. Запрос, разрешение для геолокации оператора. Видим вот такой вот экранчик.
Четверг, 31 декабря. Работает шустро, быстренько. Если вот так вот переключать между собой. Здесь окна сворачивания, такой, как обычный, телефончик. Здесь присутствует Play Market, популярные приложения разные, то есть это все уже по умолчанию. В принципе, вы можете все это дополнить, все, что вам надо, есть YouTube и многое другое. Ну, вообще, в целом, он такой достаточно шустренький. Инструменты, давайте посмотрим, какие есть. Ой, калькулятор, диктофон, погода, ну и многие другие вот эти. В общем, вот так вот. При первом нажатии на камеру вот сама камера. Если наводим камеру, вот первое, это получается X1. Потом что здесь еще есть у нас? Два приближения. И вот еще приближение. То есть вот таким способом. Очень насыщенная картинка, как мы видим. Такое хорошее видео. Тоже очень красиво передает. То есть как бы нормально. Фронтальная камера тоже работает, все хорошо, все нормально, четенькое мы посмотрели только что. Это максимальный звук в режиме будильника. Ну, достаточно громко с этого динамика идет. Шторка здесь вот такая, NFC тут тоже есть. Вот здесь они добавляются, все эти значки. Да, нажимаем, и получается все, что нам надо. Есть авиарежим, повороты, снимок экрана, память, часы. И все, что нам надо, вот мы перетаскиваем, получается. Потом, если прокрутить, добавляются еще вот эти NFC как раз-таки. Вот способ ввода, ночной режим. То есть вот это вы выбираете вот в этой как раз-таки верхней шторке. Вот здесь все можно перетаскивать и убирать. То есть по вашему желанию. А выглядит она пока вот так вот именно. И также легко убирается. И вот так, что последнее хочется вам показать. Вот здесь скрытое меню, когда нажимаете. Тут также есть спрятанные приложения, камера, настройки. А давайте все-таки глянем настройки. Именно по телефону. Нажимаем о телефоне. И вот наши функции еще дополнительные. Версия Android 11. Процессор, память устройства, юридическая информация, модель, статус, сертификация. Ну, пока, конечно же, нет сим-карты. Ну, вот в целом вот такой обзор у нас получился. Всех поздравляем с наступающим Новым годом. Скоро будет Новый год. Понравился обзор? Ставь лайк, подписывайся на канал. Всем пока-пока!